всем привет, с вами Луки. Сегодня я расскажу о том, как я провела отпуск. Можно сказать отпуск, да. Ну и некоторые новости. В общем, я ездила в Кабардинку, вернулась только сегодня. Мне там очень понравилось, ездила туда второй раз. Привезла очень много подарков, и это очень хорошо. И да, о продолжении сериала. Следом даю к другу, но он сегодня он не выйдет, потому что и да, я буду снимать Синстей, ура! И да, я хотела, ну, спеть на тематическую песню, наверное, по трейлеру вы знаете, что это буква твердый знак, но она чуть странная. И да, видео это маленькое. Чем маешься, как дела? Скажи, ответь, заметь же меня. Да, все прекрасно, как и всегда. Поэтому вот тебе буква твердый загибается. Вся личка, как рефлекс, пошла привычка. Если все идет отлично, отвечать почти всем лично. Только времени немного, вроде что же тут такого. Но никак она подкрался тот момент, что я боялся голоса. Меня спросили, как мои дела, что... Как же, он блин звучит? Может быть что-то вроде А нет, эта буква есть и даже рядышком стоит. Может быть надо нападать, а опоры только на пять. Кулак, потому что собрать и выдать твердо. Как же, он блин звучит?